Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A23. И сейчас мы разберемся, как сделать резервную копию чатов и данных в приложении WhatsApp на этом телефоне. Итак, для этого мы переходим в три точки в правом верхнем углу, выбираем настройки, переходим в раздел чаты и нажимаем на кнопку «Резервная копия чата». Проверяем аккаунт, на который сохраняем резервную копию. Проверяем настройки копирования и нажимаем «Создать резервную копию». Итак, последняя резервная копия была сделана в 4.3.4, сейчас 4.3.4. Это именно то, что нам нужно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!